Вы сделаете чудо своими руками, уверяю вас. Компания «Штиль» – абсолютное немецкое качество, выдающиеся инновации, предлагает широкий ассортимент инструментов и принадлежностей, предназначенных для лесного и сельского хозяйства, ландшафтного дизайна, строительства и работ на дачном участке. «Штиль» – самая продаваемая марка бензопил в мире. С апреля по июнь «Штиль» объявляет весеннюю акцию «Падение цен на бензопилы и мотокосы». Это потрясающее чудо называется «Штиль». Абсолютное немецкое качество, выдающиеся инновации. Широкий ассортимент инструментов и принадлежностей, предназначенных для лесного и сельского хозяйства. Ландшафтного дизайна, строительства и работ на дачном участке. «Штиль» – самая продаваемая марка бензопил. Замечательно, замечательно. Несет, Наталья несет. Нет, роняет все-таки. Да. Нет, не женское это дело, шарики в воздухе носить. Ну что же, мужчины взяли в свои руки. Нет, все-таки Артемий роняет. Замечательно, Евгений приходит к финишу первым, не роняя мяч. Ну что, я думаю, победитель у нас появился, определился. Поощрительный приз для Артемия и Анастасии. Вот этот замечательный набор от компании «Штиль». И приз победителям вручайте, Наталья. Вот эти подарки от компании «Штиль» – это вам. Аплодисменты тоже вам. Посмотрите, как это вообще волшебно. Что они делают? Кудесники просто. Кудесники. Полное нарушение всех законов гравитации, да? Как это? Что? Безумие какое-то. Фантастично. Аплодисменты компании «Штиль». Возьми ленточку, не забудь! Раздавила ленточку, возьми скорее!
будем считать. У тебя одна ленточка? Одна, держи. Сколько здесь? Давай, Катюша, считай. 3, 4, 5, 6, 7. Точно 7? 8, держи. У тебя сколько? 1. Ух, нелегкая задача, да? Ну, давайте сначала покажем наши призы. Вот эти замечательные игрушечные пилы от Штиль. Все серьезно. Реально имитация бензопилы. 3.15, день независимости. Поехали! 1. 2. И вот он победитель, безусловно. За счетом 7-3 вот такой интересный у нас получился воздушный футбол. Интересно было бы попробовать. А вот футбол можно? А вот компания «Штиль» демонстрирует вам возможности этих воздуходумных кружечек. Вот, видите, и никакая швабра не успевает за ними. Безусловно. Весь мусор сейчас соберут там мигом. Раз, два, смели, сдули. Так же точно можно сделать это в саду. Листву, траву, все сдуть.